Глава 8. Взрывы и прорывы. Пока Коннорс пытается наладить массовое производство вакцины, количество зараженных все растет. Чего же ты ждешь, Человек-паук? Пора заняться делом. Это конец. Жена рухнула прямо у меня на глазах. Я фактически живу в ванной. Дышать все труднее. Мне надо в больницу, но я боюсь выходить на улицу. Почему нам никто не помогает? Жители Манхэттена, мы мысленно с вами. Мы еще живы. Моя жена пропала. Помогите. Меня покусали. Что делать? Помогите. Ах, Манхэттен. Кто же спешит к вам на помощь? Конечно же, этот Человек-паук. 1060, банк Сент-Гэбриэль в осаде. Преступники окружены. Кто из поблизости? Отбой. Здорово! Ух. А что это нам делать нужно? А? Использую его для помощи жителям Нью-Йорка. Короче говоря, просто помогать жителям Нью-Йорка. Я понял. Ну-ка, ребята, давайте полетаем на вертолете. Окей. Нас заставляют выполнять побочные миссии. Перед ломбардом нужна поддержка. Отбой. Прямо на улице? Могут пострадать прохожие. Нужно спешить. Ну, я не против, собственно. Фуй, Гишмин, да. Ну, почти я сматерил, но нет. Этого не случится. Big Roy Mill, call now! Вот это задачка, вот задачка. До свидания. И до свидания. Ай, красота. А, преступники нейтрализованы и переданы властям. До свидания, ребят. О, стой. Кажется, это мой ништяк. Да-да. Нет. Он не берется, ты представляешь? Ладно, тогда можно просто уходить. Не понимаю, зачем здесь нужна была загрузка вот эта? Типа на вертопеде полетать там и прочее. Я тебе кое-что дам. Иди ты в рот чисть свой. Красть так миллион. Я, по-моему, человека. Обычного человека, по-моему, тоже гасанул, нет? Да вы чё? Ни хера дерзкий, ты чё? Нет, человек, которого нужно спасти, вон в уголку. Житель спасен. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Я Человек-паук, хранитель мира и покоя. Люблю вломить неспокойному соседу. Иногда ты такой пафосный, Спайди. Что ж поделать? И все-таки, ты бы поосторожнее. Мы вернемся сейчас сюда, потому что... Ну все, я уже заблудился. Где-то тут летает просто... Где-то тут летает... Журнал! Есть, вот он! Что ж, что нам остается? Возможно, отвезти пару психов домой, да? Эй, вам нужна помощь? Вот. Доставь меня в больницу! Вот. Эй, я тебе помогу. Давай, брат, держись. Немножко покувыркаемся. Я понимаю, тебя тошнит, блюет и слабость у тебя. Но ты держись, как только можешь сильно. Ой. Береги себя. Ну и полет, но я уже... Спасибо.
Не за что, отлично, друг. Можно еще немножко поспасать людей. Обычные будни Человека-паука. Кто, если не мы? Почему мы вдруг сквозь текстуру пролетели? Даже не спрашивайте. Опа, вот она. Цена бы. Но все равно холостой. Там можно было еще кого-то спасти. Блин, зараженных просто пипец на каждом углу. Если бы не член спасательной группы, пожалуйста, не двигайся, ладно? Зону. Если бы не член, покиньте зону. Это в чем логика вообще твоих фраз? Если бы не член Человека-паука, то этот мир бы покинул этот человек. Надеюсь, это поможет. Спасибо, Человек-паук. Не за что. Хочу. Очень хочу. Не буду тебя дослушивать. Будет не нужны иллюстрации для статей. Ого, взгляните. Так, как там фотографию это сделать? Офигеть. Отправлю это Уитни. Снимок с фонтана, прошу, пожалуйста. Получай. Где там поймать страницу? Как там можно было? Вот, вот она. Я забываю, что нанялся работать бесплатным фотографом. А я вот не понимаю кое-чего. Почему значок фотоаппарата не пропадает после того, как мы сделаем свою работу? Нужна помощь. И быстро. Супер! Всем-всем-всем, покиньте зону, это опасно. Супер! А, черт. Здесь высоко не полетаешь, потому что это чертов парк. Не реагирует на шутки. Все нормально. Среагирует на запах. Ох. Ниш. Чак. Нужно продолжать. Там могут быть другие. Здорово. Я этого не забуду. Кого еще спасем? Можно было вернуться, там тоже был журнал. Что-что, а летать здесь действительно очень круто. Что с моим телефоном? Эй, может, в натуре, что за херня? Прослушивает. Нужно разобраться. Простите за беспокойство, мисс Тарелка. Перемена духа. Что-то не так с одной из моих антенн. А ну получай. Все. Я хотел бы позвонить по телефону, но связи все еще нет. Нужно еще. Так, я вижу. А здесь поближе. Поближе. Поближе нет вроде ничего. Можно было просто РБ нажать и все, но. У меня привычка. Так, то их много тут получается, этих башенок. Можно взлететь выше? Нет, нельзя. Телефон бесполезен. Нет связи. Что этот передатчик здесь делает? Абсолютно не обязательно с ними драться. Абсолютно не обязательно с ними драться. Заберу-ка я журнал. Ладно, давай мне. Давай мне, да. О, кстати, еще один журнал. Алло! Это Человек-паук. Могу принять
ваш звонок, телефон не работает. Да, годится. Ох, успел. Придется снять еще раз. Так вот, что мне мешает. Мама. А ну идите сюда, твою налево. Все, валим. Этих собак в их клетке. Скажу, пока не проверю. Слушаю. Теперь ты врачи два самых опасных врага в списке доктора Смайта. Человек-паук и Питер Паркер. Я знаю, что он воспользовался разведкой Аскорб, чтобы тебя найти. Кто-то видел, как Коннор входит в твою квартиру. Смайт идет прямо к нему. То, что нужно. Спасибо, Гвен. Спасибо, такая, как будто бы она виновата. Предчувствие. Все ништяк, здесь надо просто проверить, люди блюют. Надеюсь, он жив. Полицейские воры! Годится в альбомчик. Вы думаете, я тут сюда людей пришел спасать? Ни хера, просто... Просто за журналами. Ты что делаешь? Человек-паук! Ты с ним справишься, да? Хочешь? Конечно! Справиться, естественно! Иди домой, малыш, детям! Получай. Даже серию комбинаций не сбили. Офигительно круто. И житель спасен. Ведь спасен? Мы его не видим. А вот он. Мен? Водки у нас сегодня. Спасибо. Ладно. Да. Ты ничего не должен. Ты рискуешь своей шкурой за все. Нас каждый день. Да. И попечатание живо. Надо подписаться. Такое ощущение, как будто здесь я вообще журналы не брал, блин. Они просто на каждом шагу. Это я возьму. Но ведь это не так, я брал еще как журналы. В коллекцию. Даже не знаю зачем. Годится. Нападение во дворе, отбой. Это наверняка. А что было-то вообще сейчас? Я не специалист, но, по-моему, журнал мы не взяли. Это что? Зацепились за воздух, это нормально. О, наконец-то у меня получилось зайти в окно именно так, через РБ. Супер. Пока Коннорс пытается наладить массовое производство вакцины, количество зараженных все растет. Чего же ты ждешь, Человек-паук? Пора заняться делом. Эх, меня покусали. О нет, на помощь, все не так плохо, на улицу можно выйти. Нет, нельзя. Черт, что с Коннорсом? Доктор Коннорс! Согласно СЭС, теперь это полномасштабная эпидемия. Продолжаются нападения тварей, после чего у граждан проявляются симптомы поражения так называемым гибридным вирусом. Что я наделал? Тем временем корпорация Аскорб сделала заявление, пытаясь откреститься от доктора Альстера Смайта, уволенного сразу после... Ой-ой. Питер Паркер, позвольте представить, мой убийца пауков. Вы только мебель не поцарапайте. Да чтоб тебя.